Дмитрий провел свою первую уборку на воде в 2019 году. Уже позднее к нему присоединились остальные жители и даже местные экологи. На данный момент это уже целая команда активистов, которая регулярно очищает водоемы. Субботники на воде стали доброй традицией. Сегодняшнее мероприятие наше посвящено, задумано было для того, чтобы убрать территорию берега и финишную поляну перед Москворецким грибным марафоном, который пройдет 22 апреля, в следующую субботу, участие в котором будут принимать 170 команд. Мусор собирают раздельно. Например, выловленные из реки бутылки и алюминиевые банки смогут найти вторую жизнь. Их отправляют в мешки, содержимое которых будет пригодно для переработки. А старые рыболовные сети идут в утиль. В прошлом году активисты провели 8 сплавов. Сейчас экологический сезон в самом разгаре, и присоединиться к уборке водоемов может любой желающий. Кроме того, жители могут принять участие в голосовании по выбору объектов благоустройства на территории округа на следующий год. Благодаря поддержке нашего президента, каждый год большое количество проектов благоустройства воплощается в жизнь. Подмосковные парки, скверы, набережные, центральные улицы и площади городов становятся комфортными и современными, радуют глаз. Важно, что активное участие в этих переменах принимают жители. В прошлом году более 350 тысяч человек стали участниками общероссийского голосования в Московской области, и мы рассчитываем, что интерес будет только расти. В этом году в регионе на обсуждение вынесено 248 объектов из 56 городских округов. Перечень территорий, выставленных на голосование, сформирован муниципальными образованиями с учетом предложений жителей. Принять участие в этом выборе может каждый гражданин старше 14 лет. Голосование за проекты благоустройства продлится до 31 мая. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».